my mom and dad. They probably collected for 2 years. They bought for me gloves, helmet, and the skates. And the black market probably cost 250 rubles. It's big money for the Soviet family. Картина называется «Красная армия», и начать фестиваль фильма, который называется «Красная армия», это уже находка для людей, которые делают программы. Когда мы все смотрели его на Каннском фестивале, поскольку он впервые был показан там, восторг был не только у нас, но и восторг был у организаторов Каннского фестиваля. Чири Фремон, главный директор программ Каннского фестиваля, большой поклонник Фетисова и хоккея, поэтому он восхищался этим фильмом не меньше, чем мы. Правда. Знаете, я не видел этот фильм на большом экране, как-то было непонятно вот, видеть себя вот, в кино и столько людей вокруг. Я знаю, все-таки документальный фильм, он не всегда, в общем, позволяет людям досидеть до конца. Когда я повернулся в зал и увидел, что, в общем, он на самом деле полный, люди стоя аплодируют, было очень приятно. Не знаю, я честно, я не хотел, чтобы он этот фильм приехал сюда. То есть вот этот вот взгляд на нас, парня, который родился в Америке в семье эмигрантов, через то, что он любил в детстве больше всего, ну это его взгляд. Я говорю по-русски немножко, да. Я понимаю больше, чем я говорю, но я могу такие простые идеи говорить. Я с детства играл в хоккей в Соединенных Штатах Америки и всегда очень увлекался этой темой. Где-то в 13 лет мне в руки попалась кассета с видеозаписью игры советской сборной на Кубке Канады 1987 года. И когда я увидел, как играют советские хоккеисты, как они выстраивают свою тактику, я был просто потрясен. Это все равно, что жить в доме без окон, а потом открыть дверь, и перед тобой предстает целый мир. И вот после окончания моей спортивной карьеры я решил стать режиссером. Снял несколько небольших фильмов, но эта тема меня не отпускала. И тут мне представилась возможность познакомиться с этими легендарными игроками здесь, в России. Конечно, я не мог упустить такой шанс. Я приехал сюда и начал снимать интервью с ними. Я все больше погружался в тему, и это не просто история о советском спорте, о хоккеистах, о Славе Фетисове. Это история о Советском Союзе, о той эпохе, о людях. Знаете, вот я очень много интервью в жизни давал. Если я чувствую человека, который спрашивает меня, он не профессионален, он не хочет как-то вот докопаться до... Да, сути, то я с ним говорить не буду. Тут я понял, что парень очень хотел сделать историю. Не знаю, как она получилась, на ваш взгляд. Все-таки же критики, они имеют свое мнение. Но мне показалось, что он захотел рассказать ту историю, которая, в общем, она недосказана, по большому счету. Все-таки же на Западе мы всегда ассоциировались как красная машина, то есть люди, которые как роботы выполняют свою работу. На самом деле... Он сумел понять, что мы более творческие, чем кто-либо. Я много раз звонил Славе по поводу интервью, и каждый раз он отказывался. В конце концов, в самый последний день съемок в Москве он согласился. И когда я приехал к нему снимать, он сказал, «Я даю вам только 15 минут». Я думаю, он очень скептически относился к этому проекту. Мол, что там понимает этот американский мальчишка? Опять эта заезженная история о красной машине, о русских хоккеистах. В общем, он был настроен очень негативно. И когда мы начали снимать, после 10 минут общения, он стал понимать, что я хочу копнуть гораздо глубже. Я задавал ему очень необычные вопросы. И он понял, что я хочу сделать что-то нестандартное, что-то действительно интересное. В итоге наше интервью длилось 7 часов. А потом мы еще 2 раза доснимали Славу.
Я помню, как я в конце 80-х приехал в Америку, еще холодная война была в самом разгаре. И там тоже не было понимания, по большому счету. Тоже нужно было доказывать постоянно, что ты принадлежишь тому делу, ради которого ты приехал, что ты можешь там добиваться успеха. Это постоянный стимул, постоянный прогресс. Мы сумели завоевать Запад, авторитет. Мы там добились признания, уважения. Так как мы красные машины, мы привыкли побеждать, то кто-то любит, кто-то боится, кто-то завидует. Но это нормально для любого успешного мужика. Чувство зависти – это такая вещь, которая никак не воспринимается, по крайней мере. Our heroes play for the Red Army Club, for the national team. Hockey was the most popular sport in the Soviet Union because the Soviet hockey team represented the peak of what the Soviet Union had achieved and was proof that the Soviet system was the best system. So it was not sport, it was politics, really.